чертов ты гром! Или леса, я не знаю, или вулкан! Ну кто-нибудь! Ребят, прошу сейчас внимания, сейчас не реклама какого-либо канала, это реклама самого себя. Ребят, многие из вас, те, кто подписан на меня, возможно, видели мой пранк, который мы сняли с моим другом на прошлой неделе, и я его залил. И действительно, было очень много положительных отзывов, достаточно много просмотров, но если вы не смотрели, то обязательно кликните сейчас по аннотации или перейдите по ссылочке в описании, потому что действительно очень долго мы старались над этим видео, долго снимали, и действительно оно получилось веселое, и в нем можно задуматься на ту тему, которую мы затронули. Так что, ребят, поддержите меня лайком обязательно, ну и посмотрите этот пранк, а так давайте смотреть «Школу ТО». И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России, и это очередная серия «Школа ТО». С вас по лайку за новую серию, ребят. И перед началом обсуждения первого видео хочу вас спросить, помните ли вы школьника, который поздравлял вас с Новым годом? И сегодня поздравляю Танки Онлайн с Новым годом! С Новым годом! Да-да-да! Всем пока и... Ну, я решил зайти на его канал и посмотреть, что же у него тут еще есть на канале. И я достаточно интересный летсплей здесь нашел. Танки Онлайн. Мы убиваем матерные слова с нубами ЕУ. Звание сержант-майор. Ну, 0 лайков, 17 дизлайков при 106 просмотров. Канал 16 подписчиков. Комментарии там немного не очень приятные. Так что давайте начнем просматривать это видео. Всем привет! С вами Стив, а точнее Hero Splendor. Воу-воу-воу! Меня видно было, как я прошла? Не, ну начало летсплея просто многообещающее. На заднем фоне прошла мама, еще и сама спросила, видно ли ее было. Ну и знаете, как-то в этот раз поприятнее на него смотреть, он не в одних трусах. Ну давайте играть в Танки Онлайн, это наша четвертая часть наших проходимостей. Не, ну он хотя бы свою маму попросил бы выйти, что ли, из комнаты, а то там на заднем фоне постель застилает. Ну, и мне не очень понятно слово проходимости. Я понимаю, что это прохождение, но прохождение игры, как бы эта игра бесконечна, в нее ты играешь до того момента, пока она тебе не надоест, а пройти игру невозможно, конца нету, это онлайн-игра. И мы сегодня играем на вот таком. Да-да. Во, вы видите, борьба напряженная. Фон битвы 1867. Надеюсь, меня видно. И не только тебя видно. Ну, давайте играть. Как видите, у меня самый... Идите. Уйдите сейчас же. Я вам сразу говорю. У меня танк непробиваемый. Вообще непробиваемый танк. Чёртов ты гром! Или леса, я не знаю, или вулкан! Ну кто-нибудь! Воу-воу-воу, потише! Откуда такая реакция? Тебя всего лишь слили. И жалко, что его вебка очень маленькая, я имею в виду окошко там, где его лицо. Потому что его лицо можно, я думаю, было бы вырезать и на скример куда-нибудь прикрепить. Я просто ненавижу его! Ненавижу! Уже началось, да? Уже началось? О, понятно. Что это сейчас было? Я здесь самый лучший. О, мы рулим. Не, ну ты тут далеко не самый лучший. Пока я тут орал в камеру, твои тиммейты таскали флаги и делали киллы. Дайте один флаг. Обойдешься! Глядите, какой прочный танк. Против такого не выстоит ни один танк. Да, танк прочный, но пока ты с ним будешь возить флаги, битва уже закончится. Блин, а М1 убили. Но он тебя убил, когда ты не заехал, значит, за стенку. Что? Что он сказал, я только что не понял. Ну, твоя речь тоже не совсем понятна. Команда нубов? Кто? Я? Слышь, вот,
Вот, что я тебе скажу. Во, понял? А сейчас, ребятки, вы видели школьника нуба, которого можно встретить в каждой битве, который отрицает, что он нуб. Пока. Привет. Пока. Я всем поговорю привет и пока одновременно. Когда они меня убивают и когда я их убиваю. Это странно. Мне иногда кажется, что он настолько тупой, что не понимает, что его игроки просто не слышат. Я здесь король. А ну идите, паста лоббиста. О! Паста лоббиста? Окей. Во-первых, ты неправильно сказал, а во-вторых, ты хоть знаешь, как это переводится? Ребят, ставьте лайки за эту игру. Пальцы вверх ставьте. Жирненькие, чтобы я их видел и съел их. Как же я все-таки иногда поражаюсь фантазии школьника, но у тебя еще ни одного лайка на этой серии нет, так что будешь голодать. Кстати, я хотел сказать, что я буду скоро снимать с моим другом Владом, которому 13 лет. Ну, он любимый. Он будет моим другом в игре Танки Онлайн. Я буду с ним снимать летсплеи. О, ребята, у меня скоро новая звонка и днюха будет. Знаете, я тут вырезаю из его летсплея тут всякие Знаете, я тут вырезаю из его летсплея всякие отрывки, там, где он молчит, просто ездит. А тут он за 10 секунд сказал столько информации, которую он мог просто обсуждать весь этот летсплей. Ну, ладно, окей. Проблемы начинающих ютуберов. Ну и после этого видео обрывается, потому что у него не крякнутый бандикам, и видео идет 10 минут ровно. Так, второе видео на сегодня называется «Танки онлайн. Демонстрирую комплект. Правая скобочка, правая скобочка, правая скобочка». 22 просмотра, 1 лайк, 2 дизлайка. Видно, что автор у нас прям интеллектуал. Написано в описании «Лоу». И, в принципе, больше ничего. Ну, давайте посмотрим очередной летсплей на сегодня. И, ребята, всем привет, с вами Сева, и сегодня я записываю мой летсплей по танкам онлайн. Давно я не записывал летсплей, потому что я уезжал. Блин, как же мне доставляет, когда микрофон как-нибудь так лагает, и такие звуки странные, у него сейчас как будто он на самолете сейчас взлетал. Я, короче, вчера поймал комплект ящер, да, и... Ой, фу ты, какой ящер! Я вчера, короче, поймал голдик. Как голд можно было перепутать с комплектом ящер? Ай, вы это видели? Это было изи! Каточка! Ну и очередной школьник, который услышал где-то какое-то выражение и не знает, что оно значит. Знаете, я сейчас задумался, вспоминал свои старые выпуски школы ТО, и почему-то в большинстве случаев всякая дичь происходит на карте Серпухов. Ну или как, его школьники называют Серпухов. Я не знаю, с чем это связано, но я понимаю, что одна из самых популярных карт на данный момент, но в основном только она попадает в выпуски школы ТО. Совпадение? Не думаю. Пока не будем. Нет. Как? Текстура ореха! Орех, знаешь, что с тобой произошло? Чтоб ты сдох, орех, ёбаный. А при чем здесь орех? На этой карте эта текстура уже стоит более 6 лет. И то, что ты в нее въехал, ну это твоя вина, ничья другая. А если я застрял? Изи! Просто изи! Что это сейчас было? Он 20 секунд не мог выехать из так называемой ловушки. Ну и что, он сейчас будет опять ореха винить? О, это Бронька. Бронька, я умру! Все! Идиот! Флага! Лагерь! Он лагерь! Фу! То есть чувак подъехал к тебе на фулнаре, убил тебя, и ты его называешь лагером? Ну, типичное оправдание нуба. Вы это видели? Ладно, давайте прощаться. Я вам продемонстрирую комплект. Всем до новых встреч. Пока-пока.
Ну вот он попрощался, это было последнее видео в школу, то, ребят, если вы еще не посмотрели мой пранк, обязательно кликните сейчас по аннотации, мне нужна ваша поддержка, и те, кто не видел, обязательно посмотрите, поставьте лайк, потому что, как я сказал, этот пранк мы снимали очень долго. Ну а так, с вами был Патриот России, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Всем удачи, всем пока!